Нифига себе, нифига себе, вот это да. Обалдеть. И ты тоже вяжешь, Алла? Посмотри, какая прелесть. Это уже все, да? Это уже. Нет, то есть она у тебя практически готова. Совершенно. У меня еще куча рюшек делать. Ой, какая красивая здесь. Вот такие рюшки. А вот они простые рюшки, да. А ты уронила этот. Простые, они же тяжелые. Ну вот такие обычно. Она тяжелая. Это юбка солнца получилась. Класс. Можно шляпу. Слушай, может быть, это самое, подкладочку можно сделать. Ну куда ты? Вот эта вот пелеринка у тебя лишь. Балеринка. Это та основная, она не распустит. Чем тебе нет? Распущу. Сейчас мои труды. А ничего страшного, там если одна петелька собьется, ничего, я сама вязала. Это еще попробуй распусти, еще хренушки распустишь. Ты что? Очень здорово. Очень красиво, молодец. И сколько ты ее уже вяжешь? Слушай, может какую-то синтетику легенькую, потому что она это самое. Вот это будет, вот это к телу, как бы, ну, хэбэшно. Чего каждый день не будет носить там уже? Очень здорово. Синтетику ты имеешь в виду, подклад или что? Или в нитку? Я думаю, знаешь,